Ира, добро пожаловать на Sports MD. Вы недавно провели товарищеский матч со сборной Грузии. Он закончился счетом 1-1. Расскажи о самой игре, как она выглядела так со стороны. Игра не была сложной, у нас было много моментов, и мы даже могли выиграть эту игру. На поле ты, к сожалению, не выходила. Вам разрешили сделать 5 замен, а не 7, как предполагалось изначально. То есть вы летели в составе 18 человек. Не обидно, что не получилось принять участие в матче? Конечно, было обидно, но я не расстроилась, поскольку будет возможность доказать себя в играх. На твой взгляд, вот в чем отличие вот молдавского футбола и грузинского? Я думаю, нету никакого отличия, да, от грузинского и от молдавского. Мы все достойные девочки, и мы можем играть в футбол. Скоро возобновится чемпионат Молдовы. Насколько ты к нему готова? У вас первая игра, я так помню, что с Нартой. Она занимает 6-е место в турнирной таблице. Как, это будет очередные 3 очка или как? Конечно, будут 3 очка. Я в этом уверена, поскольку мы готовились целую зиму к этому чемпионату. Да. Сейчас вот уже когда наступает вторая часть чемпионата, вот уже выходит на первый план, то есть главные какие-то задачи, цели, которые вы поставили в начале сезона, что это за цели? Мы хотим придержаться на втором месте в этом чемпионате. Такой вот вопрос. Тебе всего 18 лет, то есть футбол, девушки, почему выбрал именно этот вид спорта? То есть его нельзя назвать, так сказать, женским видом спорта? Это не женский вид спорта, я соглашусь, но это что-то особенное, и к этому очень тянет. Что бы ты могла вот сказать девочкам, которые еще не определились видом спорта, но вот, может, еще хотят выбрать, то есть между волейболом, баскетболом или, может быть, футболом? Как я уже говорила, футбол – это что-то особенное, так что выбирайте футбол, конечно. Вот этот матч с Грузией, он был в рамках подготовки к чемпионату мира. Вот у вас в группе, я так помню, что Израиль, Литва и Андорра. То есть на что вот нашей команде, вашей команде рассчитывать в этой группе? Мы рассчитываем выйти из группы, потому что мы сможем. С Литвой мы уже играли и выиграли 2-0. И с Израилем, кажется, играли. Ну, в принципе, у нас есть очень большие шансы выйти из группы. Надо. На твой взгляд, у нас есть как бы шансы и силы, то есть побороть эти команды? Да, конечно, есть и шансы, и силы. Наш вот чемпионат молдавский внутренний, вот если вот сравнивать его с другими, то есть, давай так, насколько ты оценишь силу нашего молдавского чемпионата? Он сильный, слабый, то есть сильные команды или все команды более-менее равны? Если честно, наш молдавский чемпионат очень слабый. И даже в этом году, потому что очень многие девочки едут в Румынию, в Россию, там, где чемпионат сложнее и интереснее. А сложно играть вот в твоей команде? Я так понимаю, ты там одна из самых молодых. Да, у нас мало молоденьких девочек в нашей команде. И да, сложновато, потому что девочки поопытнее есть в команде. Ну, подсказывают, где что нужно? Конечно, подсказывают, помогают, в принципе, так. Хорошо, спасибо тебе за интервью, удачи в чемпионате и побольше побед.